Здравствуйте! В мире, который мы с вами создаем, у нас есть и трава, и водоемы, цветы, лес и даже горы. Сегодня мы научимся с вами создавать животных, но они создаются немножко иначе. Для этого нам нужно взять лист бумаги А4, которым мы постоянно пользуемся, и сложить его пополам. Две равные части. А это нужно для того, чтобы на одну часть листа мы положили красочный слой, а вторым листом мы должны прикрыть его. И таким образом получить оттиск. Мы можем создавать разных животных, какие вам только приходят в голову. Произвольным образом накладываем на одну часть, как я уже и говорил, листа. Так как у нас очень сухой лист, мы его должны немножко смочить. Прикладываем одну часть на другую. Итак, что же у нас получилось? Что за такой диковинный зверь? Посмотрим. Какой интересный зверек у нас получился. Каждый может придумать ему свое имя. Продолжим. Может быть 3, 4, может быть 5 разновидностей животных. Мы подошли с вами к очень ответственному моменту нашей работы. Все разрозненные части соберем в один большой мир. Мы с вами рисовали горы, деревья, цветы, траву. На примере неба мы будем собирать все в одно большое полотно. Три разрозненных рисунка собрали целым. То же самое мы будем делать с горами. Подбираем их так, чтобы это было одно целое. Когда мы подобрали их уже здесь на столе, мы можем примерить, как они совпадают на полотне здесь. Вот так. Мне кажется, оно совпадает. Теперь эти же два рисунка мы также совместим с нашим изображением неба. И убедившись в том, что это все совпадает, начинаем все это клеить на стенд. Для того, чтобы приклеить это на стенд, мы можем использовать клей ПВА, можем использовать скотч, а если у вас есть булавки или кнопки, вы можете их также для этого использовать. Горы у нас уже на месте, теперь нам нужно найти лес и попробовать совместить их между собой. Предварительно я прорезал вершины деревьев для того, чтобы они были на фоне гор очень четко видны. Теперь точно так же мы клеим и все остальное. Деревья, цветы и наших животных. Получилось, правда? Наш Господь за 6 дней создал небо и землю и все, что наполняет ее. У каждого из нас есть частичка его творческой силы. И с ее помощью на бумаге за 5 занятий мы с вами создали этот удивительный мир. Теперь вы можете самостоятельно приступать к творческой работе. И помните, не бойтесь экспериментировать. 5 минут, и ты художник. Обязательно пришлите нам свои работы. Свидания. До новых встреч.